пятницу сохранится сухая и жаркая погода. 3 августа в Сарове ясно, утром плюс 18, днем воздух прогреется до 30 градусов тепла, ночью плюс 17. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде малооблачно, утром плюс 18, днем столбики термометров поднимутся до плюс 30, ночью плюс 19. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Столица солнце. Утром плюс 17, днем до 29 градусов тепла. Ночью плюс 20. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.